напомнить тебе историю, случившуюся 40 лет назад. В руки Скракона попали записи, которые он посчитал истинным откровением проклятого, посланием, оставленным последним джунским магом Ткариком. И вот объединенные флоты Лиги и Империи отправились в поход. Великий и бессмысленный. То, что Скракон и Низеп считали вратами демонов, оказалось фикцией. Великих мага погибли во имя победы над демонами. Беда в том, что никакой победы не было. Враг просто затаился, готовя новый удар. Впрочем, эту историю ты уже знаешь. Я хочу рассказать тебе о настоящем откровении. Том, которое действительно написано рукой Ткарика. Оно хранится в пещере, где Ткарик дал последний бой демонам Сарна. Однако его гибель не была напрасной. Своей последней волей Джун надежно запечатал пещеру и скрыл ее от посторонних глаз. Теперь ты получишь возможность зайти в нее и наконец-то узнать всю правду. Твой путь лежит в туманные земли, осколки того, что некогда было восточной частью Гиппата. Именно там ты шагнешь в подземную тьму и явишь миру свет истинного откровения. С тобой в этот путь пойдут и другие. Мои союзники — дракониды и червелицы. Если ты хочешь получить откровение, подружись с ними. Только вместе вы составите силу, способную бросить вызов богам. Вперед! Представление начинается.
Thank you.